Пенсионный фонд России будет внимательнее отслеживать трудовой стаж работоспособного населения. Для этого в законодательство уже внесены соответствующие поправки. С 1 января этого года для организации введена новая форма отчетности. При наличии наемных работников работодатель обязан предоставлять сведения об их трудовом стаже в пенсионный фонд не позднее 1 марта каждого года. Это касается также нотариусов, адвокатов и индивидуальных предпринимателей. Если у индивидуальных предпринимателей нет наемных работников, они уплачивают страховой взнос в пенсионный фонд только сами за себя, такая отчетность законом не предусмотрена, и они ее не представляют. Цель новой отчетности – систематизировать сведения о трудовом стаже наемных работников. На данный момент документы подали только 50% всех организаций и предпринимателей. Пенсионный фонд призывает не затягивать с предоставлением сведений, поскольку за просрочку в соответствии с Кодексом административных правонарушений предусмотрены финансовые санкции.